Второй вопрос. На сегодняшний день ситуация, общественно-политическая ситуация. Вы видите, да, сегодня происходят тоже события политические, поэтому в трудовых коллективах необходимо проводить разъяснительную работу, чтобы мы не вмешивались в политику. Не занимались политикой, а занимались именно хозяйственными вопросами. Районным администрациям совместно с муниципальными территориальными управлениями, квартальными, домкомами необходимо проводить работу именно в части разъяснения среди населения, что в городе Бишкек нужна стабильность, в городе Бишкек не нужны нам митинги и так далее. Именно в части работы по предотвращению политических целей, направленных на дестабилизацию ситуации в столице.